Все знают о важности своевременного и полноценного сна. Ведь это время восстановления организма и активации многих важных процессов, которые просто невозможны во время дневного бодрствования. При нарушении гигиены сна, а также в силу разного рода заболеваний и расстройств, сон может нарушаться, что влечет за собой серьезные последствия для нашего здоровья. Одним из таких разрушителей сна является синдром обструктивного апноэ сна, или сокращенно СОАС. По сути, это кратковременные остановки дыхания во сне. Это расстройство наблюдается у каждого пятого человека на нашей планете. Хотя в определенных группах риска таких людей большинство. Для СОАС характерны наличие звучного храпа, который периодически прерывается остановками дыхания, а также микропробуждение после остановок дыхания, что, собственно, и нарушает глубину и структуру сна. И все это сопровождается снижением уровня кислорода в крови. Именно в этом заключается основная опасность СОС – в дефиците кислорода. Ведь за ночь может произойти от 300 до 500 остановок дыхания суммарной продолжительностью до 3-4 часов. В итоге все эти минуты и часы человек страдает от низкого уровня кислорода. А мы знаем, что кислород нужен для производства энергии, которую клетки используют для своих нужд. При норме насыщенности крови кислородом выше 95, на фоне СОС сатурация может падать до 50%. Если такой дефицит возникает регулярно и в течение длительного времени, по крайней мере больше 5 лет, то у человека возрастает риск развития ряда серьезнейших заболеваний, среди которых можно назвать гипертоническую болезнь, аритмии, инфаркт, инсульт, повышенное тромбообразование. Кроме того, наблюдается повышение риска ожирения, сахарного диабета второго типа, импотенции, аутоиммунных заболеваний, рефлюкс эзофагита, депрессии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, ночной эпилепсии и энуреза у детей. Кроме этого, наблюдается сонливость днем, повышение риска травматизма на рабочем месте и повышается риск ДТП. Как заподозрить, что у человека есть СОС? Как правило, его родственники обращают внимание на то, что он храпит ночью. Кроме того, они видят остановки дыхания, кратковременные, но достаточно частые. Такой человек чаще всего пробуждается с ощущением нехватки воздуха, удушьем. Его беспокоят тревожные сны и даже кошмары. Непроизвольное движение во время сна будет самого человека и того, кто спит рядом с ним. Кроме того, наблюдается повышенная потливость, изжога ночью и утром, и появляется учащенное мочеиспускание, вплоть до 12 раз за ночь. Днем же человека беспокоит сонливость. Он буквально засыпает, сидя при каждом удобном случае. Его могут беспокоить утренние головные боли, ощущение разбитости утром и днем. Ухудшается память, концентрация внимания. Также возникает повышенная раздражительность и склонность к тревожно-депрессивным расстройствам. У него повышается артериальное давление, особенно по утрам, и оно плохо контролируется с помощью медикаментозных средств. У такого человека снижается половое влечение. Мужчины отмечают снижение потенции, женщины отмечают повышение аппетита и, соответственно, набор лишнего веса. Кому грозит развитие СОС? Как правило, в группу риска входят люди, страдающие избыточным весом и ожирением. Среди мужчин больше людей, имеющих этот синдром. Кроме того, возраст старше 40 лет тоже является фактором риска. Беременность, аномалии строения нижней челюсти и верхних дыхательных путей могут стать фоном для возникновения этого синдрома. Среди детей чаще всего эта проблема возникает у тех деток, которые имеют аденоидные вегетации и хронический тонзиллит. Если у вас есть такие факторы риска или схожие симптомы, вам обязательно нужно обследоваться и откорректировать нарушение, пока не стало слишком поздно. Одним из самых достоверных и доступных на сегодня методов диагностики нарушений сна является кардиореспираторный мониторинг. В нашем центре мы проводим такую диагностику с помощью аппарата «Сомночек Микро» известного бренда Weinmann, Германия.
Сомночек микро – это система записи данных для регистрации и оценки физиологических параметров дыхания и пульса во время сна, а также определение по ним качества сна. Этот аппарат служит для обнаружения нарушений дыхания во сне и сопутствующих факторов риска с целью диагностики, выбора тактики лечения и контроля его эффективности. Его применяют как для диагностики в стационаре, так и в комфортных для человека домашних условиях. Благодаря этому методу диагностики становится доступным простое и быстрое выявление пациентов с высокой степенью риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сомночек микро представляет собой компактный аппарат, который крепится наручным ремнем на предплечье пациента. На палец пациента устанавливается датчик пульсоксиметрии. Этот датчик, используя неинвазивный оптический метод фотоплетизмографии, измеряет насыщенность крови кислородом, частоту пульса и оценивает пульсовую волну. Пульсовая волна или волна давления крови на сосуд возникает при каждом ударе сердца. По частоте возникновения пульсовых волн, по их форме и амплитуде оценивается состояние сердечно-сосудистой системы. Форма пульсовой волны позволяет делать заключение относительно состояния сердечно-сосудистой системы пациента, а также активности его симпатической нервной системы, эластичности стенок артерий и колебаний внутригрудного давления. С помощью назальной канюли регистрируется поток воздуха и храп пациента. Запись длится, как правило, 8 часов, всю ночь. Результаты анализа отображаются на дисплее аппарата, сохраненные данные анализируются специальной программой и врачом. По результатам обследования делается заключение и даются рекомендации. Итак, если у вас есть факторы риска или проявление СОС, мы готовы помочь вам установить диагноз и помочь с решением этой проблемы. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 067 946 20 13.